Всем привет, с вами Ложка, и сегодня мы будем рассматривать мод, который позволяет вам создавать порталы в ад, но не простые, а с любой формой, какие вы захотите. Вот смотрите, вот этот портал в ад, да? Но это мейнстрим, давайте попробуем создать другой портал формы, которую мы хотим. Например, такой, для куриц прям-таки. И, курица, иди сюда. Смотрите, портал просто очень маленький, мы даже туда не можем протиснуться. Мы можем даже создать портал формы человека в Майнкрафте, то есть мы именно туда будем влазить и больше никто, то есть, например, Эндермен туда точно не влезет. Например, если у вас какой-то очень узкий коридор, вот такой вот коридор, то мы можем просто создать именно вот такой вот портал, который я только что показывал, и давайте попробуем сейчас. Тут обсидианчик, тут обсидианчик, тут обсидианчик, и вот так вот все закроем и зажжем. И как видите, портал работает, то есть можно создать узкий коридор, где у нас будет этот портал в ад. И давайте следующее. Мы, например, хотим создать портал в ад. Мы ставим обсидиан, ставим, ставим, ставим. Потом поставили здесь обсидиан, а вот тут вот по углам не будем ставить. Но портал у нас так не зажжется. Если же мы поставим здесь обсидиан, то портал у нас зажжется на ура. Но если мы уберем вот здесь вот обсидиан, то портал все равно зажжется. А теперь, если мы уберем вот эти вот обсидианки, то портал останется зажженным. Я вот нашел вот такой вот небольшой баг у этого мода, то есть я проверял, пока зажигал. И если вы попробуете создать портал вот такой вот вышины и широты, то у вас ничего не выйдет, говорю сразу. Любители создавать огромные порталы, потому что мод просто-напросто лопнет. Ну, точнее, Майнкрафт ваш просто-напросто лопнет. Давайте попробуем создать. И you cannot create a portal here. То есть вы не можете создавать такой портал. Ну, действительно, очень огромный. Да и зачем вам такой портал? Хотя зачем мне такой портал? Зачем я его вообще создавал? Ну ладно. В общем, у нас сегодня был вот такой вот мод. И если вам понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, зовите друзей. А с вами был Ложка. Всем удачи, всем пока.